Всем привет! Дарья, поздоровайся с людьми. Мы сейчас сидим в зале ожидания в аэропорту Пулково. И сейчас мы отправимся в Южную Корею. У нас куда-то пропала часть команды. Дарья, расскажите нам, что вы думаете по этому поводу? Не по поводу пропавшей части команды, а по поводу того, что вы летите в Корею. Вы осознали это? До сих пор нет? Ну, мне кажется, уже пора. Просто живу в аэропорту. Друзья, расскажите мне, что вы думаете по поводу того, что сейчас вы вылетаете в Сеул на K-Pop Car Dance Festival? Пока что ничего. Согласна. Разделяю данную точку зрения. А вот и наши все остальные люди. Расскажите нам, что вы думаете по поводу того, что вы сейчас вылетаете в Корею на K-Pop Car Dance Festival? Я вообще ничего не думаю. Просто там голова. Санёк, не плачь на камеру. Ну вот смотрите, человек очень сильно переживает. И мое утро началось, короче, там пилот, он еще и психолог, и он ведет свой блог, как избавиться от аэрофобии. Так, значит, мое утро началось с того, что я проснулась не от будильника, да, а от того, что уходила моя соседка, и мне оставалось полчаса, чтобы собрать мой чемодан, и я просто весь шкаф такой, в чемодан. А мое утро началось с того, что я проснулась до будильника, поняла, что ты делаешь? Свет, тебе специально. О, отлично. Поняла, не поняла, зачем вообще мне нужно вставать сегодня, долго думала, долго вспоминала, какие у меня сегодня планы, потом вспомнила, что, господи боже, у меня сейчас самолет, и, в общем, потом осознала, что у меня самолет, и проверяла время на телефоне. Это очень долго будет, понимаешь, что тебе придется вырезать? Да. Это просто, скажешь, мое утро началось, и все. Мое утро началось. Ну, не справились еще парочка товарищей, которые сейчас находятся вот там и в очередной раз заполняют следующую, еще одну карту прибытия. А мы их ожидаем. Ну, в общем-то, да, мы в Инчоне. А еще, скорее всего, все участники фестиваля уже приехали и ожидают только нас. Потому что наш рейс из Питера во Франкфурт задержался. Потом мы носились, как угорелые, по аэропорту. Run. Аэропорту, неважно. И по зданию самолета. По зданию самолета. И забежали в самолет в последние 2 минуты, а в итоге самолет стоял в зоне... Час 15. Просто на месте. Сейчас мы идем. Мы сейчас полетим. Мы сейчас покушаем, дождемся команду из Америки, которая летает даже, да, прилетает больше, чем мы, даже они умудряются это делать. И потом мы поедем очень вкусно, как вы. Мальчики, спасибо, кто это нас говорит. Все, что мы понимаем, вообще они могут нам сами что-то говорить. Саша вот так делает. Нет, еще? Я не понимаю. Мы тут немножечко в Корее, и нас встретила Тася. Самую малость я такая. Какого, кому из них 15? Вот этому мальчику 15? А этому мальчику 15 лет, и им я не знаю сколько лет. Say hi. Окей, там очень грустно. How old are you, sweet? Там что, возраст пишут? How old are you? Это надолго.
остался. Вот это? Да, конечно, видишь, Машка сидит, снимается. Да, кажется, нас поняли только американцы. Сейчас мы в Пхенчхане. Будь здоров. Сейчас мы в Пхенчхане заехали покушать. Вот, собственно. Ребятки. Пару слов. Я не знаю, что происходит. Мне кажется, прямо сейчас вы прям бежать мыть голову. Мы пока еще быстро селяем сейчас да. Номера. Он дает какие-то бумажки. Сейчас будем очень быстро собираться. Да, собираться. Я не знаю, как это сделать за час. Помыться, одеться, накраситься. Фотосессии. Мы, по-моему, единственные, кто выглядит вот так вот, как у Бригала. Вот примерно вот так вот это выглядит. А вот это вот куча команд. Эй! Никто не хочет махать. Эй! Так вот. Александра. Возьми интервью. Продолжаю съемку. Вот туда. Зарубежно? Зарубежно. А что спросить? Я стесняюсь. About Russia. Guys, hello. Can I ask you a question? Okay. What do you know about Russia? Dress? Russia. Владивосток. Hi. Москва? Москва, yes. We? Daegu? Okay. We love Daegu. Deprika. Daegu plus Africa. Deprika. America. Africa? Cool. Thank you, guys. Bye. Good. I wanted to ask, what do you know about Russia? Just random things that come to mind. Have a lot of supporters. Yeah! Oh my god! Well, I know that you guys have a lot of supporters because when they sent us your Twitter, I was like, they already have like 40k and it's like day one. So I was like, whoa. So that's what I know. Thank you. Okay. Thank you so much. And we saw your Instagram and you have a lot of subscribers. Yes? We saw it. Wow! It's really cool. Thank you so much. No problem. Thank you. Итак, сегодня утро. Уже первое число, я уже просто не понимаю. Да, да. Полюбующийся, да. Сегодня утро первого числа. Вы осознали, что она оборочник? Нет. Да и мы. Не осознали. Мы сейчас собираемся... Куда мы собираемся? На съемки дорамы. Да, будем сниматься. Опа!
О боже мой, это прирожденная просто. Опа! Комнаты лакшери вообще. Красота. Мы как будто попали в рай. Так вот. Ой, сейчас потрясающий вид из окна. Ночной мы уже снимали, а дневной еще нет. Ей! Там уже собрались команды. Как сделать зум? Вот так. Привет, ребят! Не понимаю отсюда. По-моему, это корейская команда. А вот это... А вот эта команда из Индонезии. Они танцуют карт. Итак, мы в очередной раз в автобусе отправляемся. Happy face! У меня сейчас Happy face! Happy face! Romantic moment. Тофу, одеть оделась. Тофу внезапно становится преподом. Thank you. So, we should go forward in a... Hey, А, девчонки, как ваши впечатления? Как будто новый танец звучит. Ребята, капец, вообще очень сложно объяснить людям, что мы не можем делать. Тофу, как вам звание препода? Хореография, отлично. Итак, мы приехали на пляж. Море! Море! Ребят! Как близко... О, спасибо! Так вот, по-моему, начинается... Шторм! Мы на пляже! Посмотрите на эту красоту! Ты себя снимаешь и говоришь, посмотрите на эту красоту! Нет, я вообще сегодня не очень, и после флешмоба еще. Леля, скажи, что ты думаешь по поводу того, что мы на пляже? Я плачу! Я уже почти. Мария, не плачь. Say hi! Я тоже сказала. Это самое главное. Я тебя снимаю. Привет! Еще раз. Расскажите, что вы думаете по поводу того, что мы приехали к морю? Красиво! Море, покай! Я буду показывать. Море, покай! В общем, на самом деле, это место, где снималась дорама Токиби. Мы ее не смотрели. Мы ее не смотрели, да, но... Где наше видео?
Кому пристаем? Ко всем. Видео, видео. Видео, аудио, видео, видео. Привет. 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 I love Russia. I love Russia very much. Смотрите, какой типовой фотосет. Ребята очень серьезно подходят к вопросу фотографии. А мы только спинами получаемся. Say hi. I don't know. Hi. Hello. Foto? No? Video? Oh my god. Спасибо.